Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня с вами на обзоре центральный рынок попсы. Посмотрим цены. В принципе, место нам понравилось. Есть рыба, но она закрыта. Рыба есть, но она закрыта. Здесь можно купить специи, халву, конфеты, чай. Это красивые прилавочки выглядят. Все домашнее написано. Творожок, мясо. Такие разные специи. Давайте сейчас по всему рыночку пройдем, посмотрим. Тут холодные напитки. Там вот рыба есть. Наличником была черноморская. Сейчас посмотрим рыбу. Что есть? А вот рыбка. Вот есть рыбка. Чихонь. Рыбец. Судак. Камбала 1500. Креветки черноморские, сушеные. Так, что еще? Бычки очищенные. 1700. Окунь 600. Судак. Ставриты 500. Сушеная. Тарань. Посмотрим, что здесь. Здесь у нас мидии 500 рублей килограмм, креветки черноморские 700 рублей, креветки королевские свежемороженые. Саша, это вот мне что-то форель, да? Смотри, какой красота, да? Щупальца кальмара. Я вот это ни разу не пробовала, вот такое. Ты пробовал это, нет? Его си. Нет? Ну, свежая рыба есть чуть-чуть. Есть мойва 350 килограмм. Это черноморская. 70 рублей 100 грамм. Пойдем. Пошли по рынку, пройдемся. Иди там, пройди сейчас. Ну ладно, возьму хоть масло. Сначала масло здесь 100 рублей. Можно купить множество специй. 50 рублей, я так поняла. Здесь молочка. Ну вот, смотрите, есть контрольные весы. Масло 100 рублей стоит местное. Мясной киоск 300 рублей мякоть. 270 на кости. В принципе, все стандартно. То есть это вот на специи, домовое яблочко, есть фрукты крымские. Как будто свое ничего не растет. Что еще посмотреть? Где продают? Так, масло 100 рублей. 0,5. Масло я возьму точно. Здесь мед можно купить. Производителя. Все подписано. Так, а мне надо масло сырое, жареное какое-то. Даже не знаю, что такое. Так, черешня. У меня ребенок такой любит. 380. А черешня у вас? Ну и смотрим, что еще здесь есть. Клубника, малина. Подожди, слышишь, забери у них. Клубника, малина. Фасоль. Ой, это красота. 30 кукуруза. Саша, кукурузу не будем брать? Лёва любит. Смотри, как крупная, красивая. Штучки 3 возьмем, да? Початки. Вот эти крупные, да, очень любит. Он сырую. Можно нам 3 штучки? Да. Фасоль.
еще вкусно покушать. Мне надо нести еще руками, ну давай. Самое главное это нести. Зеленая сливка. А зелень красивая. Видишь, вот слива по 80, она прям медовая. Лёва, не помидор. А, там может быть на выходе, нет? Да, пошли. Угу. Красота просто. Тут надо тележку с собой брать. Тележку надо с собой брать, Саша. Зелень по 20 рублей. По 20 зелень. Смотри. А? Не, давай дальше пройдем. Там девушка. О, зелени куча всякой. Острая такая, такая. Да. Арбузики 35. Ну, стандартно 30. Вот этот арбуз. Местный 30. Глаза разбегаются, в общем. Глаза разбегаются. 30 рублей уже. То есть 20, 30. Лоточки, видишь, 350. Спасибо. Малина. Такая красота. Ну, это местная явно. Красота. Словом, красота. Черешня 210. 80 виноград. А что? 80 виноград. Тоже глаза. Персик. 150. Персиковый рай. Персиковый рай. 150 персик. Здесь можно купить разные цветочки. Ну и на выходе можно купить уже все домашние. Бабулечки продают 50 рублей огурки. Ну, вот эта пешеходная улица в Туапсе. Место очень красивое, со множеством магазинчиков. Тут собачки отдыхают. Беспризорные. Вроде бы солнышка нет, на самом деле очень жарко. Здесь можно водички взять. Как? Машина здесь не ездит. Обычно здесь вот подарочки. Сувенирный магазин. Разнообразный. Тут вот такие цветы. Гортензии, наверное. Очень много одежды продается. Еще вам сегодня покажу. Один из пляжей Туапсе. Это у нас будет Приморский пляж. Какая сила. Также здесь южная растительность. Сейчас, кстати, покажу. Вот. Называется. Мне непонятно. Высокое дерево, симпатичное, разнообразные шлепки, сумочки интересные. Тут вот торгуют бабушки разными своими продуктами: яблочки, огурчики, помидорчики, кизил. Все есть. То есть от рынка центрального можно пройти чуть-чуть и купить уже мясо.